Ядри, вы чё, опухли что ли? Всем привет, добро пожаловать, это крутой Сэм. Ядрите его в корень. Before First Encounter. Я с новыми силами, я как будто бы весел, здоров и бодр. Я хочу пройти эту игру. Всем привет, меня зовут Евгений, и я хочу пройти эту игру. Чего и вам желаю. Ладно. Я снова бодр, я снова весел. Я счастлив. Наверное. Не знаю. В общем, хотелось бы уже закончить этот тупизм. Давайте уже закончим эту игру, пожалуйста. Я реально хочу ее закончить. Лови. Вот молодец. Вот красавчик. Так, все, пошли. Ой, блин. Да они бесконечно будут бежать. Ну что же такое? Давайте выясним, почему так происходит. Никто не знает. Я тоже не знаю. Лови. Пелюлю. Пелюлю. Серьезно? Are you seriously? Are you serious? Фудскинг? Are you fucking serious? Так ж нельзя. Не, ну это Содом. Одно и то же. Одни и те же монстры постоянно в таком количестве. А, хотя ладно, начинается нытье. Вы это же любите. Вы же любите, когда я мною, а? Или не любите? Я не знаю, короче. Хотите, любите, хотите, не любите. Но от этого никуда не скрыться. Ворчу как дед. Даже, наверное, не ною, а именно ворчу. Это ключевой момент. У меня 50... У меня 50 хп всего, но это нестабильно. Это некрасиво. О, здорово. Здорово, Бричанус. Есть кто еще? Я не хочу больше здесь бежать. А, это сейф был. Здорово, на. Все, нет? А, еще нет. Блин! О, ты холоп! It's not fire. Хотя, тоже, кто бы говорил. Давай, иди сюда. Бдынкс. Баданг-баданг. Давайте возьмем. 85. 75 rockets in my pocket. Ошибись. Ладно. Я хочу финал. Опасный шитл. Я хочу финал уже. Кто там главный босс? Кто там? Кто у нас? Ментал, шментал, фигентал. Потому что... В первой серии там была заставка, что мы якобы бежали. А там был огромнейший босс, а мы все бежали, но так и не добежали. И потом началась игра, и мы такие, опа, присели. Да давай уже ядрить твою. Да кудрить твою. Беги туда, сам с собой беги. Беги. Давай беги. Мракобес. Ты беги. Ай, ладно. Задолбался своими песнями уже. Сохраняемся и вперед. Дом. Здоровье 125. Ладно, хватит коверкаться, хватит дурака валять, уже пора уже проходить эту игру. Я хочу ее реально пройти за сегодня. Ну как за сегодня? За сейчас. Это что за ерунда? Что за стран... Скалы. Ооо, сейвинг. Что-то там. Там тупик? А... Ага. Ну окей. Ладно, соберем, значит, мы сейчас что-то. Я не знаю, нафига нам столько всего дает. Хотя, наверное, я понимаю, зачем это дают. Сейчас будет абзац еще полный. Сейчас понабежит еще куча монстров других. Ну, я же говорил. Я же все вам сказал, все, что мог, сказал, все. Че? Блин. Блин. Это катастрофа. Где моя фигня? Я думаю, там у меня что-то есть. Нет, оказывается, ничего нет. Все, что ли? Ну-дум-ду-ду-дум. Да вы задрали в таком количестве бегать. Не, ну это уже реально несерьезно становится. Ну что это такое? Ну. Одни и те же кириешки. Хе-хе, ворчливый дед. Прямом эфире. Ворчливый дед в прямом эфире. Что происходит, блин? Ничего понять не могу. Бегают. Что вы бегаете? Хватит, расслабьтесь. Сколько можно бегать уже? Быки, коровы, овцы.
Капец, вы вообще капец. Ладно, хоть у меня опист шитл. Да блин! Да иди! Сейчас этот додик за мной побежит опять. Этот додон будет бежать за мной. Да харе уже, Кришна! Ой, сорян. Спокуха, 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 спокуха! Блин, я реально уже устал. Можно как-то закончить этот садом? Серьезно, ну серьезно, ну вы что такие вредные-то? Неужели кто-то от этого получал удовольствие? Или мне кажется? Блин, и смех, и грех, ну. Сейчас эти ребята в кучу соберутся, а я их жахну, ладно? Вот так, смотрите. Бам-бам-бам, рам-бам-бам, бам-бам-бам-бам. Вам беги, беги. Задолбали вы идти, а я бегу, бегу, бегу и приду куда, я не знаю. Ладно, только и остается что петь, потому что тут комментировать нечего, но бегут они на тебя и бегут. И все. И ничего с этим я поделать не могу. Они просто табуном бегут. Ясно. Блин, и на камень не залезть. Ну как так-то, ну? Да-д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 а. Слишком много с вас становится, вы чё? О, спасибо. За... Блин. Не, это беда. Это беда. Мне 5 хп, вы чё? Серьезно, что ли? Это беда. Я сдохну сейчас. Ну, естественно. Ладно, допустим, предположим, я это сделал, как будто бы я и задолбался бегать назад-вперед, подбирать постоянно ракеты, тудым-сюдым-сюдым-тудым делать. Ну ладно, ладно, допустим, перезарядимся. Перезарядимся ли, Брюс? Ладно, ахинею прочь. Нет. Уэрима еще не все или все? Ну, ребята, вас слишком много. А я один. Ой, блин! Бежать, как страшный сон, отсюда бежать, бежать, бежать. Я-то думал, я красавчик, Рус. No, красавчика. Ятрить вас тут капец. Чё ж так много-то? Все бы хорошо, но слишком много. Ай-яй, из этого дыма ничего не видать. А, ты здесь, ты еще живой, ты жив, блин. Все, нет. Пора в землю. Так, 200 здоровья, пока живу. Оу, ноу. Даже не дают мне подойти к кормушке. Уа. Вот теперь я спокоен, наверное. Ну что, братья мои и сестры. И сестры, и братья. Все мы люди. Хотя, конечно, утрирую, в этой игре не все мы братья и сестры, и не люди точно. Странные какие-то скалы такие. Шушук-шушук, как черепуха такая, знаете. Сейчас, походу, опять будет коридор опять очередной. И будет очередное мясо одинаковое, вот похожее на прошлое мясо. И когда это закончится, никому не известно. Мне уж точно. О-о-о. А, бегут. Хорошо. Из-за дыма ничего не видать, но это... Оу май. Куда я пожаловал? Скажите мне, пожалуйста, на милость. Сохранимся для приличия. И... Воронка! Там, видимо, концентрация, там ведь... О! Заставка! Оу май! Какой-то странный. Да беги уже, беги!
Устал, я понимаю. Давай, состри что-нибудь, шутейку давай, шутейку. Руки-базуки, шутейку. Руки-базуки, шутейку. Я прошу шутейку, Сэм, шутейку. Мне нужна шутейка. Шутеечку, я жду шутеечку. Уля, шутейку. Ладно, хватит поясничать, хватит ерничать. Хватит баловаться. Что-то грандиозное грядет. Ну, да. Землетрясение. Че, с червяком будем драться? Небось тут червь, да, сейчас будет главный? Обалдеть, я прозрею, если будет червь. Смотрите, все в пески уходит. Слушайте, серьезно? Червь? Блин. Да ну! А, ой, ядри, это кто это? Это что за дичь? Это что за... А, о! У вас тут что, конкурс уродов? Вы оба хороши. Молодцы. Молодцы! О, музыка классная. Так, я пошел подзаряжаться. Ой. Добери ты что-нибудь уже. Лови, братан. О! Вот это эффектно. Вот это бы... Ты дурак, что ли? Так, хорошо, допустим. О, а это что такое? Что это, блин? Что это? Пропустить заставку. Так, что-то здесь непонятное. Давайте посмотрим, что это такое. Что это? Я взял какой-то штырь обоссанный. Да не долетает. И что, все что ли? А, нет. Ну бери! И чё? И чё я сделал? Пока не очень понял. Тупизм. Да. Интересно, я какую-то фигню подобрал. Наверное, вот эти штуки надо... Может, него бросать надо? Ну-ка. Мне непонятно. Ладно, еще раз попробуем. Зачем-то мне эта штука же нужна. В жопу вертолет. Вот в жопу вертолет. А, да, слушай, надо в него бросать зачем-то. Что-то я не особо понимаю, для чего это делается, но окей. Допустим. Давай, бери-бери эту санину. В жопу вертолет. Зачем я это делаю пока? Что-то до меня пока не особо доходит, что от меня хотят сделать, но... Что от меня хотят и что мне надо сделать, короче. А-а-а! Вон она ча! Ясно. Короче, в него молнии долбят. Я понял, он как этот... Будет притягивать к себе. На. Не знаю, попал, не попал. Но меня гасят. А, во, броня. Или что-то. Нет, не броня. Блин. Да задолбали! Как вас много здесь, а? Ой, какой суетный босс. Что-то много всего. Слишком много ребят лишних. Ладно, я могу летать, это хорошо. Но они вроде бы там с этим, с червяком сражаются. Ядрить его, вкудрить. Они, короче, с червяком сражаются. И мне надо брать вот эти стержни. Ага. И пока они там борются. Я не знаю, не уверен, конечно, что я сейчас смогу это сделать, но ладно. То есть ты мне не дашь, да? Ну, в плане... Ясно. Ну, полетели. А вот еще валяются. А, это мой. А!
пошел ты! Где там червяк, друг мой? Ну ладно, вроде бы стало все более-менее понятно, но все равно жопа жопная называется. Это, короче, капец какой-то. Здесь все хотят меня убить, причем сразу же. Или ты уже труп? Не, братан, еще не труп. Блин. Или мне не хватило коли керосина? Блин. Сейчас. Бери уже сраное копье это. Во, пошла жара. Давай. Во, давай, братан. Последнее копье, наверное, тебе осталось куда-то воткнуть в твою спину голимую. Во, он пьяный. Ну как пьяный, блин, он прозревает. Я не успел. Короче, забавно, да, механика классная, но немножко накалять начинает периодически. Вот это Месилова. Да, прикольно, задумка интересная, реально. Сейчас они пойдут драться с червячком. Тут, знаете, алгоритм такой простой. О, опустошитель хочу. О, пошел, козел. На, в задницу тебе прям воткнул. Кол, один. Колюшку. Да бери ты, блин! Лови, братан, все, удачи. Я пошел куда-то, фиг знает куда. Пошел вон. Ядра. Ну что, молния должна жахнуть в него. О! Давай! Дэмит. Ладно, посмотрим, к чему это приведет нас, конечно. Так на Земле встречают космических тараканов-переростков. Пафосно, окей. Да, интересно, и вообще, по идее, так сложно догадаться, что нужно именно эту фигню всандаливать ему в спину. То есть валяются колья, ты к нему подбегаешь, ну, подлетаешь, и как бы сразу-то не видно, они темно-красные, бордовые. И во всем этом сюре-боре, вот в этом, с ракетами, с монстрами, с вертолетами, ты летаешь, что-то там пытаешься, и о, вот оно, видишь эту палочку красную, и в нее всандаливаешь, естественно. Классно. Папа дома? Да, скажи, что Сэм зайдет поиграть. Поиграть? В смысле убить? Ну да. Совершенно серьезно. Звонит, а? Мне нужно добраться до ключа к вечности. И что, это не конец еще? Вон оно что. И поэтому мы возвращаемся в прошлое, то есть в первое пришествие, чтобы подавить. Ну, короче, это замкнутый круг. Круг — это петля. Это петля. Это бесконечное сражение между Сэмом и Менталом. Вы понимаете? Это петля. Так и будет продолжаться. Сэм у нас не закончится никогда, я так подозреваю. Ну, ладно. Но мы переместились. Мы переместились в прошлое, в Египет. Угу, в первое пришествие. Да. Ну, надеюсь, что это конец, и я этот хвост закрыл. Да, если бы не нудные коридорные стрелялки в одних и тех же врагов с бесконечным количеством патронов, то было бы веселее и проще. Но, видите, вот они посчитали, что так будет интересно. Музыка шикарная. Мравунач. Он просто красавчик. Извините, конечно, если я ошибся, но так вышло. Пинскер. Ну, голос подобрали не очень хорошо. Рассказчик Сергей Брунов. Класс. Это круто. Вот это реально классно. Вот тут Дамджан прям дал жару. Саундтрек шикарный.
Ну что, мы прошли игру, наконец-то этот хвост, реально трехлетний хвост, спал с моих плеч и с моего копчика. Отвалился этот хвост, я его бросил как ящерица. Ну и встретимся мы с вами уже в других интересных играх, таких, допустим, Паранойя 2, которую я так и не допрошел. Ее я тоже закрою, а потом и вернемся к стримам по игре Undying от Клайва Баркера. Вот так вот. Такие пироги, ребят. Наконец-то мы это сделали. Это закончилось. Эту игру мы проходили реально 3 года. Вот так вот. Вот так вот. Ну ладно, надеюсь, что за эту музыку мне авторские права не прилетят. Не хотелось бы, честно говоря. Не хватилось бы. Ну ладно. Ладно, посмотрим. Ну что, пишите ваши отзывы, как вам вообще игра, насколько вы ее прошли, то есть быстро или долго тоже проходили. Понравилась ли вам концовка, понравилась ли вам вообще сеттинг в этой игре. И вообще, что понравилось в игре и что, самое главное, не понравилось. Вот это вот самое главное. Напишите, пожалуйста, что вам не понравилось. Это ключевой момент. Вот это меня интересует больше всего. Что не понравилось вообще в игре. Именно в третьей части, не в первом, во втором пришествии, а именно в третьей части Before First Encounter. Вот так вот. Так. Безымянный. Взрывотехник. Девольвер дизайн. Так. Ну, музыка кончается, сейчас саундтрек кончится, и что-то в конце, наверное, будет. Я не знаю что, но землю развалили нафиг, просто в клочья разорвали по-лалычевски. Но это норма, это норма. Так. Бам-бам-бам. Я этот трек играл, кстати, причем хорошо играл, полностью его снял и играл от души. Он крутой. Эту музыку я играл еще в 18 году на гитаре, да, лобал. Где-то записи валяются, надо будет найти, может, куда-нибудь скинуть в Дискорд или ВКонтакте. Кстати, Дискорд. В сообществе на канале есть ссылочка на Дискорд, заходите, участвуйте. Просто участвуйте, просто будьте с нами. У нас там хорошо, весело и уютно. Что-то куски земли как-то по-тупому стукаются друг об друга. А, все, то есть это вот такая концовка была. Окей. Все, до новых встреч, встретимся в более интересных играх. До новых встреч, пока.